Здравствуйте, мои дорогие! Хотела показать вам нашу елку. Наша елка натуральная, живая. У меня есть видео на канале, как мы ее покупали. Вообще для нас елка является очень-очень большой традицией, потому что мы ее не просто наряжаем игрушками, а каждая игрушка имеет свою историю. Это либо подарки друзей, либо наши собственные воспоминания. Мы привозим их из различных поездок, путешествий, или это связано с какими-то приятными событиями. Я знаю, что сейчас существует огромный выбор елок, очень красивых и искусственных, уже с готовыми лампочками, игрушками. Но как-то вот нам нравится именно натуральная елка, и я люблю ее украшать сама. Вот эта игрушка была куплена, как видите, в 2015 году. Вот этого ангела мы купили в Билтморе. Очень красивое поместье. Находится в 5 часах езды от нас, Билтмор. Эта игрушка на нас куплена во Флориде. Щелкунчика, я очень люблю щелкунчиков. Вот эта игрушка куплена в Апреленде, это колокольчик, очень приятный звонит. У меня есть видео про Апреленд. Апреленд — это изумительный отель с садом, с рекой. Смотрите, вам понравится. Вот эта игрушка тоже напоминание о Билтморе, это очень красивое место. Находится в Ашвилле. Огромная усадьба Вандербилтов. Тоже игрушка из Билтмора. А вот эту игрушку мы купили на Гавайях. Очень гавайская. Дельфин. Тоже гавайская рыбка. Были там накануне Нового года и Рождества. Очень приятные воспоминания. Вот эти матрешки куплены в Москве. А эта сова, смотрите, какой у нее ухолок очаровательный. Тоже люблю этого снеговичка. Он еще извини. А вот эта игрушка из Гранд Каньона, из Большого Каньона. Мы были там тоже в январе месяце, в конце января, несколько лет назад. Было очень интересное зрелище. Большое количество кактусов было. И все были в снегу. Кактус в снегу. Необычное зрелище. Вот эта игрушка подарена подругой. Первое имя. Первая буква имени моего ребенка, в честь рождения ребенка. Тоже красивая елочка. Люблю ее. Тоже игрушка из Билтмора. Очень красивое место. Кто не был, имеет возможность, побывайте там, пожалуйста. Вам очень понравится. А эта игрушка очень-очень простая. Госпиталь, в котором я работала, нам подарили на Новый год всем сотрудникам такие игрушки. Но она мне приятна, потому что это воспоминание приятное. Тоже приятная игрушка, очень-очень новогодняя. Сказочная, я бы сказала. Это прелестная колибри, купленная на Гавайях тоже. На крылышки двигаются. Посмотрите, какой веселый, развеселый Дед Мороз. Какое у него задорное выражение лица. Тоже очень веселый олень. Северный олень. Кстати, интересно было, когда мы были на Большом каньоне, мы там видели северных оленей. Такие красавцы. Совершенно неожиданное зрелище для такого места. Вот это у нас шоколадные игрушки. Ребенок их снимает периодически с елки и ест тоже шоколадные игрушки, колокольчик шоколадный. Эта игрушка, колокольчик так нежно звенит. Мы были с супругом, как-то командировка у вас у него была, маленький такой городок, старинный французский, Сан-Женевьев.
купили там в маленьком магазинчике. Шишка как будто настоящая. А вот это подарки под елочкой. Хлопушки, которые будем открывать на Новый год. Сюрпризы внутри. Тоже подарки. И это подарки. Я сегодня как раз упаковывала подарки. На каждом бирочке с именами, кому они предназначены. Дед Мороз. Снегурочки у нас нет. Нам бы Снегурочку. А вот это у нас музыкальные игрушки различные. Сейчас мы попробуем включить. А вот это еще одна наша елочка. Мы обычно открываем жалюзи, когда наступает вечер, и с улицы она нас видна. Мигает всем прохожим, всех поздравляет. А еще у нас есть вот такая елочка, стеклянная, но с игрушками. И вот такая тоже елочка. И вот такая малышка-елочка. Вот такая у нас елочка. Я уверена, что в каждом доме стоит сейчас елка самая лучшая, самая красивая, самая любимая и самая счастливая. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я вас поздравляю с наступающим Рождеством, тех, кто празднует Рождество. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, мира над головой всем нам, вашим семьям благополучия, удачи и всего самого-самого наилучшего. Всего вам доброго, большой привет от меня. С вами была Илона, пока, до новых встреч.